МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о мошеннических действиях от имени открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз». В настоящее время неизвестные лица от имени открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз» распространяют ложную информацию в интернет-источниках. В частности, распространяется ложная информация о том, что «Кыргызнефтегаз» открыл возможность заработка на микроинвестициях для всех жителей страны. Своими незаконными действиями они побуждают граждан вкладывать деньги в качестве инвесторов. Данную информацию руководство открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз» опровергли, что информация о микроинвестировании ложная. МВД Кыргызской Республики предупреждает: мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Мошенничество». МВД Кыргызской Республики призывает граждан проявлять бдительность. Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Мошенники выбирают своих жертв по принципу случайности, поэтому никому нельзя расслабляться и терять бдительность. Не нужно вкладывать деньги в сомнительные инвестиционные проекты.